Ой, забыл. Работа. Ничего страшного. Ты же помнишь, Сашка? Я помогу. Ты же помнишь, что мы с тобой проходили баланс? Если даже клеван-то у тебя не в руке, ты можешь отыграть корпус. Ну, конечно. Даже не в этом дело. У тебя угол уже был выше. Ну, то есть крыло достаточно высоко вышло, чтобы весом отработать. Можно перехватиться. Вот стропа идет, клевантная. Обязательно за клеванту можно взяться за стропу. Блять, стропкой. А потом уже взяться за ручку. Притормозил. Спокойно, не душим. Поработаем. Почувствуй, надо почувствовать, Саша. Чувствуешь, обгоняет? Чуть-чуть притормозил. Сыпется. Руки повыше, а корпус подальше. Вперед. Ну, назад получается, отклоняешься. Так, теперь вот все, в принципе, если стабильно, разворачиваешься. Не дергайся, спокойнее. Притормози. Рабочей консолью в воздухе остаемся. Падающую вытаскиваем. А ты не обращай внимания, можно закрытыми глазами пробовать. Это как тренировка дополнительно. Ты же любишь нагрузки так же. Да, люблю, но глаза это немножко не хочется. Хочешь очки дам тебе? Дать очки? Да не, наверное, пока так. Галстук, видишь, у тебя протряхнул. Рабочие, остаемся в воздухе. Подходи, подходи. Положили. Смотри, сейчас, стой. Находим галстучную стропу. Держим этой рукой ряды. Находим галстучную стропу. Вот она должна быть вот здесь. Смотри, чуть-чуть начинаем продергивать, а этой глубже работаем. Начинай продергивать. И продергивай. О, отпускай. И подходи. Видишь, все. То есть вот эти маленькие моменты, они дают меньше геморроя, когда ты знаешь вот эти нюансики. Они с опытом приходят, но лучше их сразу объяснять, чтобы потом. Давай, расправляй его. Такая херня бывает, когда нагрузку просто проворонил. Чуть-чуть натяжечку надо держать, чтобы. И подошел, если ты его распрямляешь. Все. Это, Сашка, наземное крыло, оно, можно сказать, убитое. Ты сейчас научишься и моторику свою, каркас свой надрочишь, как говорится. 42-метровая, так это вообще хорошо. Да. Работай на опережение. Видишь, предпосылка идет к какому-то крену. И сразу старайся на опережение. Ага, надо это и подрулить. Или уже будь готов к этому. Не надо даже. Ну сейчас порывчики придут. Вообще ветер к 3 часам обещали 12 метров, я не вижу этих.
15 метров. Так уже 3 часа прошло, по-моему. Да нет, третий час еще. Ну вот 15:11. Опять нагрузку, видишь? Вот порывчик идет. И работаем, не теряемся. Видишь, левый надо подработать. Корпусом нагрузить. Грузи корпусом, грузи. Обгоняет, если притормозить надо, не забываешь. И вот молодец, плавные движения, вот запомни, вот как ты сейчас делаешь. Притормозил, чтобы не было у тебя фронтал. Даже когда вот встаешь, да, из этого положения, надо плавно это делать, чтобы это не передавалось тебе на кромку и не разгружало. Асимметрия, работаем в рабочем воздухе, остаемся, притормозили. Вот, молодец. Не дергай, плавненько все делаем. Вторая асимметрия, молодец. Идет порывчик, главное в горизонте удержать. Нагружаем и пошел вперед. Правый чуть-чуть подработал, видишь, потащил тебя. Больше правый затяни, еще больше. И вперед стремись. Вот, выше притормозил. Вверх. Притормозил. Фронталочка. Стоп, стоп, стоп. Стой, я поправлю тебя. Резко отпустил, поэтому разгрузил. Плавненько старайся. Такое плавное отпускай. Такое резкое движение, оно приводит, видишь, к тому, что... Резко раз... опустил кранты? Да, и ну, раз и разгрузилось. Ну, исчезло давление и просто сложилось. Так. Вот смотри. Ага. С обратным у тебя хорошо получается. Сейчас учись тогда перемещение. И все, не вижу, не понимаю, что делать. То есть я как бы чувствую, вроде висит нормально. Угу. Что-то куда-то тянет, надо поправить. Чувствуешь крен, да? Ну когда? Да, крен чувствую. Да. Вот тогда начинай работать, чувствуешь, она у тебя пошла. Ага, и сразу. Корпус вперед, это и поработал. Чувствуешь недостаточно, смещаешься больше и вперед не забываешь идти в сторону и вперед. Блять, ну до этого дойдем. Сейчас давай вот это поработаем. Там просто, понимаешь, это наземное крыло. Не факт, что я с ним смогу стоять на земле. Так. Думай на опережение, наперед, на шаг вперед, что с крылом происходит, что ты будешь действовать, что ты будешь делать, чтобы противодействовать крену. Вот, смотри, левый зажать, правильно сместиться, отлично. Всегда должен думать вперед, особенно в полете, у тебя твое сознание, оно должно лететь впереди тебя, впереди твоих действий. Если не будешь так думать и тренировать свою голову так, то любая нештатная ситуация для тебя будет просто неожиданная. И как бы ты с ней не будешь к ней готов. А когда ты анализируешь, что может быть и это, может надо так сделать, у тебя уже летное мышление работать начинает. Начинает прием.
Я параллельно тебе рассказываю, чтобы мало. Молочек вообще. Раз, два там разложил спокойно. Нету вот этого, знаешь, дерготни, блядь. Пошел там, бля, пойду расправлю. Все уже соображаешь. Притормозил чуть-чуть, если обогнал.